Красота – это не только стиль жизни, а настоящее призвание, уверены ставропольские парикмахеры и визажисты. Уникальная возможность проявить себя в любимом деле на международном уровне появилась благодаря поддержке Важи Мхитаряна, президента Конфедерации парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса страны. Именно он руководит процессом подготовки к чемпионату мира. Много – это плохо. Понимаете, нельзя делать эти кудри, как продавщица овощного магазина. Если женщина особенно хочет быть стильным, не модным, а стильным, это разные вещи. Гуру парикмахерского мастерства в профессии уже 52 года. Его клиентами были известные всему миру Маргарет Тэтчер и Валентина Терешкова. На Ставрополье Важи Мхитарян уже во второй раз. С ответственной миссией провести мастер-классы и определить тех, кто будет представлять нашу страну в Японии. Второй раз сюда приезжаю, и тем более за этот короткий срок, который я уже был, мы могли уже из вашего региона выставлять людей на чемпионате Европы. И стали они призерами, они стали чемпионами. Это же очень важно, когда из регионов тоже могут люди показать себя, свое мастерство. И поэтому я здесь, что будем уже искать людей талантливых, которых мы будем на чемпионат мира выставляться, сборной России. Под чутким руководством профессионала умело укладывает волосы в замысловатую прическу Елена Чирва. К любимому делу стилист подходит с душой и уверена в своих шансах на победу. На работу как на праздник, потому что мы делаем людям праздник. По сути, мы делаем людей красивыми. Я в индустрии красоты более 5 лет. У меня есть опыт и стаж. И мне это нравится, это мое дело. Хотя по образованию я изначально совсем не парикмахер. А кто, если не секрет? У меня 2 образования. Я клинический психолог и бухгалтер-аудитор. В отборе и подготовке мастеров Важи Мхитаряну помогают опытные руководители Международного центра практики МЭК. К слову, тоже победители чемпионатов Европы. У нас появилась возможность, работая в команде CMC, провести в Ставропольском крае, в городе Ставрополе, первый региональный отборочный тур под эгидой CMC, на котором Важи Мхитарян будет главным судьей 22 ноября в центре практики МЭК. А самая главная цель на 2019 год подготовить сильную команду опытных мастеров на чемпионат в Японии, чемпионат мира под эгидой CMC. Отборочный этап пройдет по нескольким направлениям. Принять участие могут все желающие. Кто на «ты» с расческами, ножницами и лаком для волос. Первый чемпионат, когда мы не перегружаем номинациями, даем возможность самым распространенным номинациям – это парикмахеры и визажисты. Им даем свадебный макияж, вечерний и фантазийный. Я хочу пожелать и попросить, и, наверное, предложить не бояться участвовать и показывать. Я знаю, что это проблема. К нам звонят, говорят, я бы хотела, но я переживаю, я боюсь. Нет границ опыта. Есть юниоры, есть разные номинации. Пусть идут все, и мы всех ждем. Виктория Середа, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.